Итак, всем привет. Сегодня я попробую вам показать, как заводится дизельный двигатель BMW, а именно M47 на BMW E46. Двухлитровый, 2000 года выпуска автомобиль. Она стояла у меня тут, ну, конечно, немного дней, ну, где-то пару дней она стояла, ее не трогали. И теперь вот посмотрим, что у нас показывает брелок. Брелок у нас... Сейчас наведется. Показывает то, что у нас... Температура минус 17 градусов. Прогноз погоды показывает, что минус 20. Для наших мест это, в принципе, не критическая какая-то низкая температура. У нас и минус 25 бывает, и ничего страшного. Вот. Но у нас конкретный пример, потому что многие думают, как вот заводится дизельный автомобиль BMW с таким двигателем M47 в наше время. Так, вставляем ключ. Вот тут видно, сразу все загорелось. Печку сразу выключаем, потому что она нам не нужна. Просто смотрим, то что шкала DDE сейчас у нас погаснет. Да, шкала погасла. Кстати, как вы видите, двигатель абсолютно холодный, то есть я его заранее не прогревал, тут все как бы честно. Температура компьютера показывает минус 17,5. Вот, после чего выключаем. На силу двигателя просто так я не вижу никакого смысла. Наша основная задача сделать так, чтобы раз 5 мы повернули ключ зажигания, у нас... Ну, свечи накаливания прогрели камеру сгорания хоть немножечко. Вот, опять выключаем. Опять вставляем, поворачиваем. Вообще, в теории, лучше сделать это раз 5. Сейчас 2 раза сделали, сейчас 3 раз сделаем. Четвертый раз. Ну и давайте 5-й раз все-таки сделаем, чтобы просто так двигатель не насиловать наш. Пускай 5-й раз. Кстати, можно заметить, что они с каждым разом чтобы все быстрее и быстрее прогреваются. Аккумулятор у меня здесь стоит на, ну, варта, хороший, то есть никакого там говна. Ну что, пробуем заводить. Не завелась. Насиловать опять же мы не будем машину. Попробуем еще раз. Опять у нас печка включилась. Пробуем. Опять не завелась. Видите, уже показывает, что минус 18,5 почему-то. Наверное, все-таки на улице минус 20. Просто, может, датчик стоит в таком месте. Что, пробуем еще раз. Не захотела. Еще странно это. Вот, все, машина схватила, завелась. Сразу характерный дизельный звук у нас происходит здесь. Она, естественно, сейчас будет немножко дымить у нас, потому что это все-таки как ни крути дизель. Но, как вы видите, в принципе, ничего критичного нет. Я 2-3 раза попробовал завести, с третьего раза она завелась. Датчик масла сейчас погаснет у нас. На самом деле непонятно, почему он так. Вроде как все мерили, замеряли, все с маслом, с давлением хорошо, но вот почему-то он первое время после запуска у меня вот лично горит. Да и я думаю, не только у меня. Ну, как бы вот. Все работает. Ничего страшного в дизельной машине зимой, по крайней мере, при минус 18-20 градусов лично я не вижу. Ну, вот на этом все. Всем пока, спасибо за внимание.